Тем временем в Европе проходят массовые забастовки госслужащих. Во Франции отменено около трети авиарейсов. Забастовка также затронула больницы, школы, детские сады, правоохранительные структуры. Напомним, госслужащие протестуют против экономических реформ президента Макрона. Ключевые претензии – сокращение рабочих мест и отсутствие индексации зарплат. Для разгона участников акции полиция Парижа применила слезоточивый газ. В Бельгии, в свою очередь, протестующие недовольны сокращением финансирования госслужб, политикой в области приватизации и налоговых сборов. По всей стране отменены или отложены железнодорожные рейсы. Не ходит наземный транспорт Брюсселя. Работает лишь одна линия метро.